Всем огромный привет! Давайте полистаем каталог Avon номер 11. Выглядит он снова красиво, позитивно. И 10-й был красивый. Да вообще каждый каталог красивый. Вот столько пришло мне в этот раз литературы. Поэтому давайте я так все отложу в сторонку. И потом мы обязательно посмотрим все. Некоторые говорят, что видео длинное, тяжеловато смотреть. Если будет долго, то, наверное, я сделаю в двух частях. Но давайте начинать. Кто знает, что мы в 9-м, да, каталоге начинали собирать браслеты с шармами. В 10-м можно уже было покупать первые браслеты. Кто в 10-м не купил, можно было заказывать уже вот в 11-м и будет еще в 12-м. Давайте так поближе покажу вот эту вот программу с браслетами. Вот. Я в 9-м не заказывала, поэтому в 10-м не получила. А вот в 10-м каталоге я заказала, и мне, ну, не только мне, но и моей клиентке одной, получилось 3 можно будет сделать заказа в 11-м каталоге. Но в 11-м мы продолжаем собирать шармы. И можно будет в 12-м продолжить их покупать. Ну, надеюсь, я понятно объяснила. Вот такие вот условия. И можно участвовать в этой акции и собирать вот такие симпатичные браслеты. Ну, теперь давайте по каталогу. Новинка. В фокусе 10-го каталога эти новинки были. Из серии вот этой одиночные ароматы, моноароматы, да, появляется новый аромат маракуя фруктовый, вербена цветочный и тоже цветочный мак. Вы знаете, как не терла я вот эту страницу с маком. Никакого аромата я не чувствую. Я вообще не знаю, как пахнет мак, чтобы он как бы раскрывался очень красиво. Поэтому страничка красивая, но про аромат ничего не скажу. Тут тоже ароматизированная страница, чисто вербена. Вот как настоящая вербена, такая лимоновый достаточный аромат. Ну а как маракуйя, наверное, сладко, вкусно. Но тут ароматизированной странички нету. Почему обратила внимание на эти ароматы? Можно их покупать, вот эти 3 новинки. Вот еще тут 3. 275 рублей аромат. Если вы будете планировать покупать шармы, то к 600 рублям заказа нужно обязательно купить один из этих ароматов, чтобы по этому каталогу набрать шарм. Давайте я вот так вот покажу. Видно, да? То есть, если в прошлом каталоге вы уже это сделали, то в 11-м можно делать первые заказы по браслетам и продолжать копить следующие. Посмотрите, шармы все разные, коды тоже разные, поэтому можно набрать действительно браслет вот такой симпатичный, с разными красивыми висюльками. Все, давайте теперь уже по каталогу. Ароматы лак идут 800 рублей. Помада ультра 235 349. Вот такие ароматы. Немножко отсвечивает, не знаю, как мне встать, чтобы сильно не отсвечивало. Очень хорошая цена, 585 рублей. Наконец-то мой любимый Mysterix Black по хорошей идет скидке, но он у меня уже благодаря Леночке Никандровой есть. Леночка, спасибо, пользуюсь, даже в самую жару не пользуюсь, но постоянно он у меня в руках. Люблю его очень, очень-очень. Так, тушь 185. Цветная супершок. Ну и вот это вот
«Распахнутый взгляд» называется, но что-то она мне не очень понравилась. Может быть, она, конечно, у меня новая была, что-то не очень. Лак любой 135 рублей. Средство спа-ухода 109 от 109 рублей. Цены разные. Новинка – это маска для лица «Лепестки розы». Я ее купила, показала ее в обзоре своих покупок. Можно пройти посмотреть, что я купила по 10-му каталогу. И цена хорошая – 79 рублей. Вот кто любит эти тоники, тоже цена приятная, хорошая. На серию «Огурец» чайное дерево – та же самая, 79 рублей. Любой гель 135, 500 миллилитров. Пены для ванн 145 любая. Шампуни по 99 и бальзамы к ним. Вот новинка. Два джемпера в упаковке, каждый всего за 650 рублей получается. Давайте и джеггинсы белые, давайте вот так вот покажу, чтобы вы могли прочитать условия. Видно джеггинсы или два джемпера всего за такую цену, 1300 при покупке любых товаров на такую сумму. Девчонки, кому надо, останавливайте странички, смотрите. Тоже вот такое интересное, давайте органайзер поближе покажу. Вот такой органайзер, его полная цена 700 рублей. Трусики и бюстгальтеры вот такие вот. Тут таблицы размерные есть. Так выглядят трусики. И давайте тоже посмотрим. 400 трусики. 800 бюстгальтер, органайзер 380 при покупке любого товара или вот с таких страниц. Вполне интересная цена. Давайте я вам покажу вот так поближе, как смотрится на моделях. Бюстгальтеры такие спортивные получаются, да? Ну и органайзер я уже показала. Вот эти вот женские брюки и бюстгальтер для активного отдыха, тоже вот спортивные, 600 рублей. Новинки. Одежда для девочек, одежда для мальчиков. Ну, футболки скорее, да? Два рюкзака, кроссовки. Кроссовки светятся. Вот здесь на рекламе видно. Давайте вот так покажу, кому цены интересны. Вот для девочек, вот так для мальчиков недорогая считается футболка, хлопок 100%, игрушка йо-йо 450, вот такая вот страничка. Тушь любая за 255. Вот, вы знаете, очень понравился мне макияж на девушке. Действительно, очень красиво на ней смотрится. Кстати, помада тоже мне на ней понравилась, не знаю какая. И, судя по всему, это вот эта палетка. Солнечное цветение. Вот, 330 рублей. Ну, не знаю, вот как они будут, но на девушке мне очень понравился, как макияж смотрится. По-моему, красиво. Давайте дальше. Попробовала я карандаш такой для глаз. Мне он очень понравился. Я вот брала вот этот изумрудный луч 229. Даже я его наносила на все веко, заполняла все веко. Не отпечатывается. Пробовала его даже без базы и тоже хорошо себя ведет. У меня, не скажу я, что жирные веки, но они у меня все равно нависшие. И поэтому, если у меня отпечатывается, если карандаш может отпечатываться, у меня отпечатается обязательно. С этим проблем не было. Карандаш отличный. Единственное, не знаю, как точится. Некоторые девочки жаловались, что очень тяжело заточить. Поэтому вот в этом отношении не знаю. Ну, тут все для бровей.
любой за 199 блеск и бальзам, наверное, да? Блеск для губ, а это что? Так. Ухаживающий, помада, бальзам, да. Ну, получается 199 любой. Так, тут помады, помады знакомые. Так, сильно не вижу такой, прям уж, чтобы была новинка или супер скидка. Единственное, вот 379 рублей в новой упаковке вот этот тональное средство для лица, заряд свежести SPF 15. Вот, он уже был, но тут вот новую упаковку сделали ему. Если кому-то интересно. Любой продукт 125, ну это все видно. Мне девчонки говорят, ты обязательно цитируй. Получается, как бы я тут цитирую то, что и так, в принципе, видно. Вот. Вот это хорошее. Очень давно не было предложений на серию люкс. Два выгодно за 550 рублей. Выбирай и комбинируй. Единственное, что здесь вот блесков тут достаточно. Три вида блеска тут, три вида тут. Вот эти вот помады, кому они нравятся, сияющие. Тут получается три, вот здесь две. Вот такая сыворотка или чего это вообще? Так, один, 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 один. Два в одном, да, тушь и сыворотка. Потом есть сама тушь. А вот помад всего три штуки. Пожалели вы его не помады, видите, наверное, которые у всех меньше расходятся. Ну, в любом случае, за 550 рублей плюс еще минус, еще скидка представителя, поэтому очень выгодно, если вы любите блески или вот эти вот помады вам нравятся. А вот еще карандаш, видите, еще карандаш для губ сюда входит. Можно скомбинировать и выбрать. Карандаши для губ тоже разные. И получается 550 рублей, это очень хорошая цена для двух средств. Фем, Айкон, просто Фем и Ом. Для него и для нее. 709 рублей на эти водички. Инкадесенс. И вот в этом выгодно. Ой, выгодно. В новом дизайне платья. Красное, черное. И вот черное. Дресс. Black dress. Новинка. Faraway новинка. Давайте я вам ее поближе покажу, что в нее входит. Бархатцы, жасмин. Какой-то самбак. И ваниль. Вот такая вот. Ну и вот эти три. Не покупала я вот эту вот, только хотела, но так и не получилось. Эти две у меня есть. Я люблю Faraway. Он, конечно, сладкий, достаточно водички, но зимой для меня это хороший аромат. Но кто-то задыхается и головную боль он вызывает. Мне нравится на зиму. На зиму, да, правильно, на зиму. Так, бразильская тут новинка не так давно началась. Можно водичку брать, можно спрей. Цены недорогие. Today 965 ТТА полной версии. Ну, еще Daydream, правда, входит в ТТА. И вот мини 30 мл, да, 689 аромат. Тут я задерживаться не буду. Тут все знакомое. Новинка мужская. Она была в фокусе к 10-му каталогу. Можно было брать там. Ну, таква новинка. Фиолетовая, голубая. Была голубая, мне нравится. Такая приятная мужская водичка. А эту не пробовала. Ну, как всегда, мужской аромат. Не знаю, что сказать.
Вот такие вот ароматы мужские за 709 рублей любой. Так, тут не знаю, что сказать. Тоже мужская страничка. Avon молодцы, они мужчинам все равно выделяют достаточно внимания и много, что гели для душа, что вот ароматы, разнообразие есть. Сыворотки для волос. Любая 175, хорошая цена. Новинка недавняя, уже пора защищаться от солнца. Кстати, мне пора ее вынуть из запасов, а то я ее спрятала до солнца. Солнце уже светит, я, видимо, решила осенью про нее вспомнить. Вот хорошо листаю, вспомнила. Ну, тут видно 179, 215, ну, цены разные. Надо смотреть. Только лак 215, да, остальное все 179. Так, новинок не вижу, поэтому цена от 85 и выше. Шампунь. Новинка. Любой продукт всего за 209. Спецпредложение. Давайте посмотрим это. Диаметр 6,5 сантиметр, да, спонж. Для умывания. Натуральное волокно. Так. Любой возраст, нью. Цены разные. Вот я, девочки, кстати, в прошлый раз себе взяла вот этот вот перфект. Заряд энергии совершенства. Крем перфектор. Так, где он? Вот он. И хотела попробовать BB. BB я показала в покупках. Если не смотрели, пройдите, посмотрите. Правда, я взяла пробник по совету одной девочки. Мне понравился. Он действительно тонирует. Но я, правда, как понравился? На руке понравился. Завтра я буду тестировать на лице этот пробник. И если понравится, то я куплю полноразмерку на лето и буду вместе использовать. Мое мнение вот об этом креме. Он очень хороший как база. База под тональный крем. То есть такой, я не знаю, входит в него силикон или нет, я в этом плохо понимаю, но я бы сказала, что это силиконовая текстура. И вот он прям выравнивает, гладкий делает, гладким делает лицо, если поры. Я не знаю, забивает или нет, у меня нет пор, чтобы их было видно. У меня ничего не забивает, но выравнивает очень хорошо. Вот. Насколько смогла, настолько объяснила. Так, тут тоже специальное предложение есть. Цену, конечно, трудно не заметить. Крупненько написано. Давайте вот так вот поближе покажу. Вы сами посмотрите, что тут предлагается. Масло для лица. Вот так оно выглядит. Можно взять пробник. Вот. Видно, да, что можно заказать пробник этого масла. Пробники. Так, сфокусировались мы, ну поехали дальше. Ультраэффект. Серия. Ну, вот новинка. Я взяла в пробнике только... Не в пробнике. По фокусу я взяла маску. Она охлаждающая. И, наверное, сегодня я ее попробую вечером. Интересно, вот на руке я попробовала. Рука прямо это чувствуется. Холодит. Ну, смотрите, какие вены. На улице 35 градусов. И не очень... Ну, тяжеловато переносится, конечно, когда жара, еще с непривычки. Вот. И меня заинтересовало, все думала, что же это такое. Давайте поближе покажу. Гель-мусс для душа. Я все думала, это мыться гель-мусс или умываться. Ну, так я поняла, что это надо мыться. Что-то такое новенькое. Вот. Вот так вот он выглядит. Такая помпа. В общем, интересно. Не знаю, на мочалку прямо этим муссом, что ли. В общем, я настолько растерялась, что я на пробу его даже не взяла. Только из-за того, что не знала, что с ним делать. Боялась стать мартышкой и очками. Мартышкой с очками. Приятный аромат. Ну, зеленый. Да, аромат такой свежий, зеленый. Как огурцом прям.
травкой, чем-то таким свежим. Ничего нового не вижу. Цены видно. Дальше. У меня тут, видите, ватка. Я так это, чтобы не плевать на руки, листать странички без проблем. Так, все видно. Дальше давайте. Так, вот это вот Светлана, видите, говорит, мыло надо брать, а у меня в запасах такого нету. А что же я не взяла? Вот, можно вот это мыльце купить. Оно хорошее, у меня такое было. Оно белое-белое, прямо настолько приятное. Цвет белоснежный. Очень классное. Вот, надо взять себе как-нибудь такое мыльце. А может вот с этого каталога, если не наберу большого заказа себе, то я в последнее время себе мало беру. Так, все видно. Хлопок. Тоже недавняя новинка. Кто любит спреи для лица, лосьон спрей для лица. Вот тут увлажняющий есть. Ну, остальное видно. Два взять выгоднее антицеллюлитные средства. Я так уж вроде побыстрее тут, чтобы сильно... А то я могу долго говорить-то. Я каталоги-то листаю. Могу долго. Кстати, достала я женский аромат. Мне кажется, он очень подходит для жаркого лета. Давайте так поближе покажу. Тут грейпфрут идет. Ваниль практически незаметно. Он такой дерзкий, яркий. Можно девичий сказать. Ну, я же девчонка молоденькая, поэтому мне тоже подходит. Color Trend. Что-то у нас тени все... Они так прибавляют по 10 рублей. Они все это уже к 200 лезут. Дороговато. Они вот прямо на самом деле вот такие вот крошечные. Маленькие. Но симпатичные. Так, не вижу. Сейчас уболтаю, все новинки пролистаю. Нет новинок? Не вижу. Ну, вообще новинок меньше стало. Вот они по весне как-то вот в марте такой прямо... Май, март, апрель, май как-то вот новинками обычно балуют, а потом такое затишье. Начинается распродажа этих новинок. Viva Ferge уже в распродажах тоже мелькает. Уходит она из каталога. Последние новинки. Мужской, женский. Женский брала себе. Мужской у меня заказали. Бразильские такие ароматы. Ну, не знаю, мужской я опять сейчас скажу, мужской, женский, ну, яркий такой аромат. Так, в него вот знаете, что входит? Сейчас скажу. Вот, лайм, ром и мята. Я рома не почувствовала, а у меня мама сказала, чувствуется, есть аромат такой ромовый. Тут не знаю, что сказать. Ну вот, кстати, это цена от 85 и только гель. А мыло, я думала, мыло 85 обрадовалось. Нет. 2,199 выгодно. Также 2,199. Вот эти три средства по фокусу можно было взять в 10-м каталоге, по-моему, по 89 рублей. Вот. Skin So Soft, цена, лосьоны увлажняющие для тела. Вообще лосьоны вот в этой серии очень хорошие. А тут масло, спрей, тоже для тела. Новинка, средство женской гигиены, свежесть хлопка, 145 рублей. Такое. Дезодорант любой, 79. Ну, долго они влажные, но справляются они неплохо. Даже хорошо. Дезодорант спрей 175 парфюмированные. Обычные дезодоранты спрей 155. И вот такие парфюмированные. Что, тоже 175? А, нет, 175 вот эти как раз, а эти 195. Да, разглядела. Вы, наверное, вперед меня разглядели, пока я тут объясняю. Вот эта мне страница понравилась. Очень хороший набор. Шампунь 2 в 1, абсолютная сила. Вкусно пахнущая, с абрикосом. Маска для лица.
райское увлажнение. Новинка — восхитительный сад, гель для душа. Очень вкусный вот этот спрей гранат. И персиковый, пена персиковая, 379 рублей, хороший наборчик. Выгодные вот эти наборы, тоже 199 рублей. Кто пользуется крем день-ночь от Inyou, это очень хорошая цена, выгодная. Так. Такие обещания. Footworks в новом дизайне. Вот так симпатично. Это лавандовая серия. Мой любимый крем. 165-150 мл. Вот так теперь будет выглядеть серия Footworks. Но вообще приятно. Когда меняют дизайн, очень приятно и симпатично. Вроде как уже стало новинкой сразу. Если кто-то любит, кто-то хочет. Инструмент для педикюра за 49 можно купить при покупке любых двух средств Footworks. И по 85 очень выгодно вот это вот для волос серия. Можно маски взять, либо спреи уходовые для волос. Вот, вот такой был каталог. Девочки, давайте остановимся, это будет первая часть. И сейчас во второй части я уже пролистаю вот эту всю литературу. Тут и фокус будет, и разные распродажи.